Салам лиже, йоча-влак! Ме тендан дене Марий йылме урокым тӱҥална. Здравствуйте, ребята! Начинаем урок марийского языка. Тӱняште моткоч шуко тӱрлӧ калык ила. Кажне айдеме шке шочмо йылмыж дене мутлана. Мутлан Финляндийыште финн-влак илат, нуно финнла ойлат. Венгрийыште венгр-влак илат, нуно венгрла мутланат. А ме тендан дене Марий элыште илена, сандене ме марла мутланена. На свете живут люди разных национальностей. Каждый из них разговаривает на своем родном языке. Например, в Финляндии живут финны. Они говорят на финском языке. В Венгрии живут венгры. Они говорят на венгерском языке. Мы с вами живем в республике Мариэл. Поэтому мы с вами говорим на марийском языке. Мариэл республикыште Марий калык дене пырля тӱрлӧ калык келшен ила. Руш, суас, чуваш да мулат. Марий калык тиде акрет годсо калык. Марий йылме тиде марий калыкын йылмыже. Тудо моло йылме семынак тыгаяк эрыкан да тӱр праван. В республике Мариэл проживают люди разных национальностей – русские, татары, чуваши и другие. Но коренным народом считается марийский народ. Марийский язык – это язык марийского народа. Он такой же свободный и равноправный. Мек тендан риёча-влак Марий йылме урокышто марла мутланаш тунемына. Тыгак Марий йылме дене Марий калыкын йӱлаже да тудын тӱвраж дене палым лина. На уроках марийского языка мы научимся понимать, говорить на марийском языке. Также ознакомимся культурой и традициями марийского народа. Таче ме тендан дене урокышто марла чын саламлалташ, палым лияш да чеверласаш тунемына. Сегодня мы с вами на уроке научимся правильно здороваться, знакомиться и прощаться. Умут влак дене палдарме деч ондак ме тендан дене алфавитым ончалына. Руш алфавитыште чылаже кумло кум буква, а мари алфавитыште кумло кудыт, кум буквалан шукырак. Тиде Э, И, Ын. Ын буква дене тӱҥалше мут уке, сандене мари алфавитыште тиде буква изе дене возалтын. Ме тендан дене нине буква-влак дене эше урокышто вашлияш тӱҥална. Прежде чем знакомиться с новыми словами, давайте мы с вами посмотрим алфавит. В русском алфавите всего 33 буквы, а в марийском алфавите 36, на 3 буквы больше. Это Э, И, Ын. Ын пишется с маленькой буквы, так как в марийском языке нет таких слов, которые начинаются с буквы Ын. А Ын де метендан дене умут кылдыш-влак дене палым лина. Знакомимся с новыми словами и словосочетаниями. Салам лиже. Здравствуй. Здравствуйте. Палым лина. Будем знакомы. Моим люмем Маша. Меня зовут Маша. Тоен люмет кузе? Как тебя зовут? Люмем мутышта метендан дене и йӱкым колына. И йӱкым ойлымо годым тӱрвӧ тыртешталтеш да шуйналтеш. И люмем, люмет. При произношении слова люм мы слышим звук и. При произношении этого звука губы округляются. А кызыт йоча-влак ме тендан дене изи гына диалогым колыштына. А теперь давайте послушаем диалог. Салам лиже. Салам лиже. Палым лийна? Палым лийна. Тойын лӱмет кузе? Мыйын лӱмем Маша. А тойын лӱмет кузе? Мыйын лӱмем Миша. Ребята, давайте мы сейчас послушаем маленький диалог. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай познакомимся. Давай познакомимся. Как тебя зовут? Меня зовут Маша. А тебя как зовут? Меня зовут Миша.
умут-влакам сайрак шарнен кодашманын, митин дантины почеламу цимын ойленгетына, да тыште лым-влакам шынден кертына. Чтобы лучше запомнить новые слова, мы с вами можем выполнить следующее упражнение. Придумай имена в рифму. Лимет кузе, лимет кузе, майн лимем салика. Лимет кузе, майн лимем айвика. Ну, мой чавлак, таче ми тендан ден урокшта, марла саламлалташ, да палымы лияш тунемынна. Тагиракан мемнан урокна мунчаш кылышымеш, весь урок марте чеверын. Ну что ж, ребята, мы с вами сегодня на уроке научились на марийском языке правильно здороваться и знакомиться. А сейчас наш урок подходит к концу. До следующего урока. До свидания.